Всем привет, друзья! Ну что, в самом разгаре наше большое путешествие, и мы в Большом Сочи. Сегодня представляем вашему вниманию обзор на микрорайон Лазаревский. Все покажем, все расскажем в лучших традициях нашего канала. Ставьте лайки, отдыхайки, подписывайтесь. Начинаем! Друзья, ну уже, наверное, сложилась такая традиция, что каждый обзор нашего большого путешествия мы начинаем с обзора жилья. Где же мы остановились? Вот этот интересный гостевой дом выбрали абсолютно случайно на сайте, улица Тормахова, 3/9, сразу номер телефона, кому интересно, и покажу его изнутри. Бассейн, ну это приятный бонус. Шезлонги. Сначала прогуляемся по всей территории. Здесь качельки. Мангальная зона. Сегодня день рождения, 15 лет. Мангальная зона. Посидеть, отдохнуть. Пожарить мясо. Да, здесь тоже целый ряд номеров. Каждому номеру присвоен свой столик со стулом. Детский домик какой-то. Разогреть еду, помыть посуду. Посуда имеется, само собой, кофеаппарат. Кому, конечно, сам мангал, шампура, сетка. Сразу шашлыка захотелось. Казан. Ну и целый ряд здесь столов с креслами, с лавочками. Покажу первый номер на своем пути. Так, разрешили снимать, сказали, если ключ торчит в замке, значит свободный номер. Двухкомнатный санузел в номере. Душ, унитаз, раковина, балкон. Сейчас покажу вид на бассейн. Ну и сейчас перейдем, покажу номер, в котором мы остановились. Чего, Серега? Ничего. Поднимаемся на третий этаж. А еще целый ряд номеров. Но здесь все занято. По факту это пятиместный номер. Одна двухспальная кровать. Одна односпальная кровать. Здесь раскладной диван, то есть еще два человека может уместиться. Две прикроватные тумбочки, сплит. Здесь телевизор, холодильник в номере. Зона нам, как блогерам, поработать. Дальше шкаф. Санузел. Душевая зона. Унитаз, раковина. Здесь посидеть в вечернее время, чай попить. Интересные балкончики. Друзья, удаленность до моря от этого гостевого дома и, конечно же, цена. Если верить Яндекс.Картам, то выдает 1 километр 600 метров. То есть чуть больше 1,5 километра. Но от этого гостевого дома осуществляется трансфер. То есть вас отвезут и привезут, если это потребуется. Цена, ну так мне озвучили, от 2000 рублей. Наш номер, в частности, пятиместный, на конец июня стоит 3500. Более подробную информацию, телефон я вам показал, на всякий случай продублирую, вставлю в описании. Попрошу, если дадут ссылку на сайт, ну и также актуальную информацию также добавлю в описании. Ну а мы двигаемся дальше, пойдем прогуляемся по любимому Лазаревскому. Переехали поближе к морю. Если интересует жилье ближе к первой линии, могу показать еще один интересный вариант. Расположен в 300 метрах от пляжа. Улица Багратиона, 17, если быть точным. Так выглядит гостевой дом со стороны. И давайте тоже договорился с администратором. Покажут пару интересных вариантов номеров. Сразу дворовая территория, бассейн. Ну, мне кажется, бассейн является изюминкой каждого гостевого дома. Посидеть, шезлонги, также столы, лавочки. Трехместный номер с дополнительным диваном. Одна двухспальная кровать, одна односпальная кровать, сплит. Балкон тоже есть, холодильник, телевизор, шкаф.
санузел. Душевая зона, унитаз, фен, помыться, побриться. Еще один свободный номер, это 4-й мансардный этаж, сплит-система, 4 места, 1 двухспальная кровать, 2 односпальные кровать, кровати также дополнительное место раскладное, чайник, телевизор, санузел. Душевая зона, унитаз, раковина, фен, жидкое мыло. Так, запах новой мебели чувствуется, новый отель. Обращу также внимание, что это фальш-окно. Здесь окна как такового нет. Дверь просто, не знаю, для декора. В общем, там дальше крыша. Цена, если трехместное размещение, на сегодня 3000 рублей. За каждое дополнительное место еще плюс 1200. И что касаемо дополнительных мест, если дети до 3 лет, то одно дополнительное место будет не 1200, а 400 рублей. Если до 7 лет, то 800 рублей. Ну, если больше, то обычное дополнительное место 1200. Ну и по поводу, куда звонить, номер телефона перед вами. Звоните, бронируйте меня, не благодарите. И мы двигаемся в сторону пляжа. Друзья, где перекусить недорого и вкусно, мы вам тоже подскажем. Все та же улица Адаевского. Сейчас скажу точный адрес столовой. Адаевского, 61А. Заходим. Ну и все по классике. Начнем с меню. Завтраки. Первые блюда. Крошка 80 рублей. По мне так очень приятная цена. Гарниры. Ну и, конечно, вторые блюда, блюда из мяса и курицы. Можете на паузу нажать, если что-то не успели прочитать. Ну и, конечно, наше персональное меню. Это два плова, окрошка, макароны с отбивной. Пять хлеба. Пять хлеба, два компота, чай и что это? Лапша. Лапша, суп-лапша. Все это вышло. Так, у нас тут три чека. 500 рублей, я так округляю, 650 и плюс 30 рублей чай, 680 рублей все в сумме. Друзья, наш традиционный отзыв, что на сегодня авторитетные гурманы скажут по поводу обеда. От себя скажу, окрошка понравилась, ну не идеально, 4 балла поставлю. Плов, не знаю, мне понравился, 4 балла, ты что скажешь, мне, Серега? Мне плов вообще не понравился, 3 с минусом. А компот? А компот 5, очень вкусный. 2 стакана. 2 стакана, еще добавку взял, Андрюша. Не, лапша, ну прям самое лучшее, вкусно, 5. Макароны особенно мне не понравились. Раньше они были лучше. Ставлю, ну, скорее всего, 4 с минусом. Компот вкусный. А еще я себе взял дополнительно слойку с сыром. Ну, такая вкусная. Все, понятно. Спасибо. Такой отзыв, все традиционно. Двигаемся дальше. Выходя из столовой, перейдя дорогу, моментом попадаем в парк. Парк культуры и отдыха. Что здесь? Карусели у нас куриные. Курица 470 рублей. Половинка 235. Картошка 50. Лаваш 60. Соус 70. Не были здесь полгода, так скажу, довольно интересное обновление. Парк культуры отдыха, новая вывеска появилась. И чем же, в принципе, примечательно? Лазаревская, вообще, кто не в курсе, это территория Большого Сочи. Ну, один из первых курортов, если ехать со стороны Туапсе. Нам нравится, как я говорил неоднократно, это наш любимый курорт всего Краснодарского края. Чем же он примечателен? Много всего интересного. Каждый вечер здесь проходит просто как праздник. Мы также планируемся в прямом эфире, планируем в прямом эфире прогуляться. Экзотические деревья, много-много всяких развлечений. Ну, об этом мы поговорим в видео, прогуляемся, все покажу наглядно. Моушен сфера 400 рублей. Здесь игры 6 дротиков 200, 7 дротиков 250. Это что-то из новинок, шарики. Помимо того, что в них нужно попасть, они еще и крутятся.
Аквадром. Цена также 500 рублей 5 минут. По-моему, с прошлого года изменилась. Была 400, если память не изменяет. Не, 500 так и было. Было, да. Серега говорит, так и было. Касса. Что здесь интересного? Целый ряд интересных мест. Дом перевертыш, дом великана, селфи-музей, мультимедийный парк развлечений, сухой бассейн, динопарк. Ну, в общем, цены перед вами. Детский строительный городок 400, детям до 3 лет вход бесплатный. Комплексный билет 1200 и также билет все включено 1400. Автодромчик на квадроциклах 500 рублей, 8 кругов. Ну что, будете, пацаны, кататься? Я нет. Я уточнил по поводу Андрюхиного роста и веса. Сказали, можно, но как-то нелепо выглядит с его 1,70 м. Ну что, как, Андрюха? Круто. Пилинг-виллинг, 5 минут 200 рублей, 15 минут 300 рублей, 30 минут 500 рублей. Трогать можно. Такую промо-версия. Смотрите, как никто не касается. Серега, смотри, там кости виднеются, пойдем. Нет. Что-то его трудно теперь достать оттуда. Потому что ты невкусный. А посмотри на имя. Конные скачки. 250 рублей с человека, соответственно, ну, попадаешь в красную, лошадь быстрее двигается, в желтую медленнее. Красная. Еще 250 рублей тир, стандартная игра, 300 средняя игрушка, 500 рублей суперприз, олимпийский биатлон, тоже цены перед вами. Целый ряд. Моушен сфера. Одна, вторая, тир. По-моему, уже пятый или десятый на нашем пути. А тут уже аттракционы посерьезнее. О, твоя любимая. Не, не моя тема. Камикадзе называется. Ну и также весь прайс. 300-350 рублей паровозик. Хали-гали 350. Комната страха с динозаврами 350. Ну, это, наверное, для детей поменьше. Цепочки, пчелки. Ну и тоже для взрослых такая карусель. Движуха идет полным ходом. Народу так уже где-то бочком приходится проходить в узких местах. Ребята, заходите в динопарк и проходите туда. Так, интересно, что за карусель. А, и вниз летишь. Американские горки, наверное, так называется этот аттракцион, тут в несколько ярусов, но выглядит круто. Что здесь интересного? Пчелиный дом, манеж, хали-гали, по-моему, все то же, что я показывал. Судя по территории, комната страха динозавров большая. Это вход уже в мир юрского периода, анимированные динозавры. Цены озвучивал это все из серии «Дом перевертыш» и так далее. Вот, Динопарк 400. 9D лифт. Мне страшно со стороны смотреть даже. 400 рублей. Второе в размере в России колесо обозрения находится в Лазаревском и до недавнего времени считалось самым большим. Какой лев страшный. А ну-ка, цапнет меня. Лабиринт страха 500, смеха комната 400. Он меня, лев, цапнул, чуть пол руки не откусил. Дельфинарий. Еще одно интересное место. Цена 1000 рублей. Продолжительность 50 минут. Дети до 5 лет бесплатно включительно. Ну и выходя из парка, мы автоматом попадаем на пляж. Друзья, что говорить про пляжи Лазаревского? Я прогуливался в правую сторону, не знаю, может быть, километр-полтора. Лучшее покрытие пляжа мне не встречалось. Что касаемо воды, ну, я наблюдал и чистую, прозрачную. Конечно, сегодня волны, думаю, вряд ли будет чистая вода. Ну, что касаемо берега здесь и дна, то тоже не самое лучшее.
можно выбрать место. На первой линии было бы, если бы не сильные волны, поэтому придется где-то поискать. Да, вода сегодня далека до идеала, по крайней мере, внешне по поверхности. Непременно примем водные процедуры. Такая интересная качелька, 1 час 300 рублей, 2 часа 500. Будем искать место, где расположиться. Несмотря на волны, висит желтый флаг, обозначающий, что купаться можно. Да, волны суровые. Давайте поговорим о погоде. Небесная канцелярия нам на 27 июня 2023 года послала на 6 часов вечера 25 градусов тепла, даже с половинкой. Замерим воду. 24 и 4 градуса. Ну что, бросаем якорь, снимаем, раздеваем одежду и идем купаться. Первые мои ощущения по традиции расскажу. Так вспоминаю, когда мы уходили правее, там заход моря был гораздо хуже. Здесь все-таки камни поменьше. Встречаются, конечно, в виде исключения, покрупнее. Но так заходить удобно. Андрюха все равно одел коралки. Ух ты, какой напор. Так, ну, в общем, тут варианта нет. Далеко пешком заходить. Занырнем на волне. Раз, два, три. Классическое банзай. Скажут авторитетные отдыхающие о пляже Лазаревском сегодня. Вода 3 с минусом максимум, что могу поставить. Мутно, не видно ничего. Ну, конечно, волны – это в результате сильных волн. Если был бы штиль, вода была бы гораздо чище. Дно. Вот так заходить удобно. От глубины по колено начинаются крупные камни. Дальше неудобно заходить. Наверное, 3 с плюсом поставлю за дно. И берег, ну, берег получше, наверное, 4 с минусом будет такая оценочка. Тоже камни они небольшие, но все равно круглые, неудобно ходить, расположиться. Андрюха, вода 3 с минусом, берег 4, одно 3. Все? Да. Свой рост я скрыл. Свой рост я скрыл примерно метров через 12. Вроде все сказал, все по чесноку, как всегда. Серега, что случилось? Он мне все разрушил. Что разрушил? В общем, Серега, пока мы купались, тут настроил целую пирамиду. Андрей шел своим 53-м размером, наступил и раздавился. Ну ладно, все, не расстраивайся, пойдем. Прогуляемся немного по берегу моря, ну а дальше также выйдем, продолжим нашу прогулку на набережной. Катамараны здесь укрыты вообще брезентом. Какие-нибудь беспилотники будут пролетать, подумаю, тут танки стоят. По поводу шезлонгов, цена за целый день 400 рублей. Ну, наверное, на сегодня это средняя цена. Года три назад самые дорогие шезлонги я встретил в Туапсе. Они стоили как раз-таки 400 рублей. Какие-то мексиканцы тут прям в кафе заходят, играют на гитаре, поют песни. Нигде такого не видел до этого. Так, ну пойдем в другую сторону, прогуляемся по всей набережной. Сочи, Лазаревский район. Такая стела тоже пользуется популярностью у любителей пофотографироваться. Ягоды, 150 рублей стаканчик, малина, голубика, клубника. Это тоже 150? Да, 150. А арбуз? Арбузики тоже 150. Все по 150, ничего себе, как у вас. А вот этот аппарат тоже 150? Аппарат 250 тысяч. Попробуем, взяли два стаканчика. Вкусно? Андрей, как тебе малинка? Вкусно. Никто не хочет чачи, пивося. Такая прям тара, серьезная. Лазаревская 2003.
Друзья, подмечу такой прямо приятный сюрприз. Бесплатный туалет на пляже Лазаревский. По-моему, на сегодня это единственный бесплатный туалет на всем побережье, что мы объездили. Цены на шашлык 100 грамм 220 рублей. Блюдо на мангале. Но это летнее кафе. Здесь можно и на месте покушать, можно с собой. Еще одна столовая встретилась на пути. Расценки здесь. Меню завтраки, салаты. Цезарь с курицей 150 рублей. Первое блюдо. Но если ориентироваться, не вижу окрошку. Нет окрошки. Картофель отварной 60. Соусы, чай, напитки. Ну и, конечно, вторые горячие блюда. Можете нажать на паузу, кто не успел прочитать. Пляж Лазаревский один. Вот его-то я имел в виду, когда мы здесь остановились. Вот тут точно мне покрытие пляжа не понравилось. Хотя вода была чистая и прозрачная. Опять же, здесь волны. Показываю наглядно и камни, и берег, и дно. То есть, конечно, тут заходить вообще неудобно. Ох, какой эпичный кадр. Коктейли молочные 100 рублей, голубая лагуна, пина колада мохито 200. Тоже такой набор джентльмена из арбузов, из ягод. Цены на пиво, кому интересно. Ну, в общем, кроме хамского отношения ничего мы не получили. Хотели коктейль купить, а нам в ответ нахамили, что мы там что-то снимаем. Начали права качать, но мы сюда не спорить приехали, просто развернулись и ушли. Что здесь интересного? Маффин 70 рублей, круассанчик 90. А это уже кафе. Давайте посмотрим, какие цены в кафе, чтобы можно было и посидеть. Блюдо из моря придурков. Черноморские мидии в сливочном соусе. А если в томатном соусе, то 770. Хотел посмотреть цены на шашлык, а шашлыка в меню и нет. Шок цена. 50 рублей. Интересно, что? 28 сортов пива. Уточнил, это Жигулевская 0,5. Купили еще Сереге картошку фри, 100 рублей такая баночка. Расскажи про маффин. Невозможно есть. Почему? Невкусный? Не вообще. Купили молочный коктейль, но уже чуть дальше, кстати, цены и на пиво здесь. Ну-ка, Андрюха, давай твои первые впечатления. Вкусно, уже попробовал? Вкусно? А ну-ка, я попробую. Да ладно. Угу. За что я люблю побережье Большого Сочи? Это за красивейшие закаты на фоне моря. Такой можно наблюдать будет и сегодня, если так тучки немного рассосутся. Кони вышли на свою охоту. Говорит, папаня, давай фото. Ты уже 20-й за сегодня, конь. Такой небольшой заторчик. По поводу карт спрашивайте. То есть практически во всех местах можно расплатиться картой, но в трех местах, где мы платили, везде глючит интернет. Где-то прилаживать карту не получается, прикладывать только если вставлять и набирать пин-код. То есть через Wi-Fi не получается. Где-то вообще только переводом сломался терминал. Ну не знаю, может это сегодня такой день. Вот этот пляж называется «У судоверфи». Давайте посмотрим, какое море здесь и какие камни, какой берег, какое дно. Интересное название по поводу судоверфи. Вот это справа, не она случайно, не судоверфь, такая раздолбанная стоит. Так, конечно, портит вид, особенно на фоне заката. По поводу моря, здесь, наверное, водичка будет почище, чем в том месте, где купались мы. Даже несмотря на волны, так вижу, такой бирюзовый оттенок отдается. Ну и по поводу дна и берега, наверное, такой же, как и в том месте, где купались мы. Цены интересны здесь на сабборды. Понятно, не актуально, но цены-то все-таки не меняются, в шторм или нет. 700 рублей час, если вдвоем, то по 400 сделают скидку. И по поводу удобств, 3 часа 200 рублей шезлонги, день 300 рублей.
Так потихоньку начинается вечерняя жизнь. Планируем сегодня запустить прямой эфир. Правда, интернет что-то очень чудит, не получается. Посмотрим, попробуем. Если получится запустить, обязательно сохраним его в записи. Вот еще одна шашлычка. Здесь уже 650 рублей стоит, ребра 140, то здесь пониже. Это мы все гуляем в правую сторону по набережной. Кстати, так она пока что не кончается. Вот что я еще не показывал. Парашют 4000 человек, 8000 3 человека, дайвинг, цен нет. Бронь билетов можете уточнить по номеру. Ну и также прогулки, двухчасовая рыбалка для начала на катере. Цена 1700 взрослый, 1000 детский. Телефон тот же. Прогулки на пиратском бриге 2000 с человека. Так, и полуторачасовая прогулка на крузе яхте «Аксинья». 1700 взрослый, 1000 детский. Судя по тому, что набережная сужается, людей становится все меньше, могу предположить, что это конец набережной. Дальше интереснее уже точно не будет. Еще раз, пляж здесь лучше не становится по покрытию, по чистоте воды тоже воды. Серега, что купили? Брызгалка. 200 рублей. Пойдем обратно. Обращение к администрации данного курорта. Сколько идем, нет ни одной мусорки. То есть, гуляя по набережной в Новороссийске, это далеко не курортный город, то мусорка возле каждой лавочки есть. Ну, или практически. Здесь я не знаю, в чем проблема. Друзья, на столь шикарнейшем закате мы решили с вами попрощаться. Еще раз повторюсь, если позволит интернет, то мы прогуляемся здесь в прямом эфире. И, конечно, эфир останется в записи. Понравилась прогулка? Поддержите лайком, если до сих пор этого не сделали. Остались вопросы, задавайте в комментариях, обязательно постараемся ответить. Подписывайтесь на канал, колокольчик, колокольчик. Двигаемся дальше. Не можем сориентировать, какой следующий курорт будет на пути, потому что будем ориентироваться завтра по времени и по погоде. До новых встреч. Обняли, приподняли, хрустнули, поставили. Пока-пока. Ну, господа, по-моему, это лайк, господа. Лайк. Лайк. Лайк и репост, господа. Лайк, браво. Лайк и репост.